Друзья, доброго здравия! С вами Майтрея, наше очередное видео от Академии Счастья. Сегодня говорим, как и дальше, о любви, спокойствии, разуме. Каждая из этих составляющих очень важна для нас, потому что когда мы единственны, тогда мы целостны, мы счастливы. И это единство достигается совокупностью всех составляющих. Если чего-то не хватает, то мы будем уже несчастны. То есть у нас не будет полного целостного состояния. Поэтому каждый из нас может быть счастлив, и он будет счастлив, если убирает все негативные воспоминания, все негативные суждения из ума и учится быть счастливым, быть насыщенным, быть радостным, быть таким, каким ему хочется быть. Это очень-очень важно, друзья. И я знаю, что вы тоже хотите быть таким. Хотите быть насыщенным, радостным и счастливым. И чтобы это сделать, давайте вместе будем очищать ум от негативных вибраций. Я это могу помочь вам сделать эффективно и качественно в сессиях процессинга. Это поможет вам убрать весь негативный заряд и вновь быть честным, осознанным и счастливым человеком. Так что приглашаю. Во благо, друзья.